Да, Алишер. Вот раньше ты был настоящим Моргенштерном. И я тебе говорил, все эти порошки, наркотики, выкини из своей жизни. А к чему в итоге пришел? Два фита с Янгтрэпа и розовое вино 2. Фэмили. Оскорбляешь верующих. Ну то есть, а что хорошего? Мочеиспускание на подписчиков. Харкаешь на них. А кто ты сейчас? Мочевой пузырь? Или ты просто моча? Ладно, Алиша. Даже несмотря на то, что мы в таких напряженных отношениях, я считаю правильным скинуть тебе последний бит от меня. Как старые добрые, помнишь? А вот Айс, Кадиллак, Ян Хефнер. Хорошие времена были. В общем, я сейчас пришлю тебе файл, это последний бит от меня.